как. Видел ее и в этой комнате. Она повернулась, пошла, проверила. Здесь она не была. Угу. Крепчики. Угу. Сонька единственная, которая прибегает и прямо в руки. Это дар, который есть у каждого человека и дан от природы. И самое главное, этот дар развить, помочь ему раскрыться. Ну, и фактически я считаю, что это может каждый человек и каждый незрячий человек. Главное, чтобы был хороший учитель. Нет, это вот мама с дочкой вот и нянька. А, да. Угу. Слушай, я сейчас снимаю картинки. Тут, в принципе, картинка есть. Сейчас надо... Давления у него никогда не было, он ненавязчиво вел каждого из нас, да, вот давай полепим, давай порисуем, а давай размер попробуем сменить, а давай вот технику попробуем сменить. То есть он очень мягко помогал человеку идти вперед. И она выглядит однообразно. Вот если не вдаешь точные плитки, эстетичные такие, белый рисунок на белом фоне, это очень и пластилином яркие работы, и более такие тусклые. Такая не одна, что это массовые явления. Кто тут пришел такой? А Сонька все боится. Полгода журнал «Искусство», статья Юрия Алексеевича. Отзывов у нас целая книга собралась с разных этих. Особенно поразил вот этот отзыв этого парнишки. Он написал, что «Лариса, я студент 4-го курса, но я еще не могу так рисовать, как вы. Я восхищен вашим творчеством и желаю вам там всего». На Охте в среднюю школу-интернат слепых детей вместе с Юрием Алексеевичем Нашивочниковым. Линию не обязательно видеть, ее можно чувствовать пальцем. Теперь рисование введено в школьную программу. Кружок. Он до сих пор существует в школе. Сейчас в нем занимаются самые одаренные. Они очень любят рисовать. Любят делать открытия. Игла – тоже подходящий инструмент для рисования. Принцип все и видимым, и осязаемым. Тамарочка, скажи, сколько лет я не был здесь? Ну, с 93-го. Что? Вообще их не учу. Я раскрываю их скрытый потенциал. Вот так вот, такими способами, вот, потому что я хочу бы раскрыть и самому учиться у них, а не точно навязывать. Я пришел не учить их, а учиться у них. Другой жанр. Начинаешь все-таки верить им, да? Не, ну это вообще-то очень заразительное занятие, знаете ли. Она же еще Тамара массажист замечательный, детский. Угу. Она мало что. Ну пошли, помогли. Сейчас думаю, что это будет много. Довольно идеальное произведение искусства. Вот даже посмотреть, вот как работает нос, лоб. Композиционное соотношение, да, это же не просто вот вылепить там, чтобы похоже было какое-то подобие, это еще действительно произведение искусства, которое может быть, ну, не слишком реалистично, да, как-то, но оно соответствует самому духу композиции, скульптурной. Да, 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 да. На нас покажи, кто вот, дирижер? Да. Вот, допустим, как минимум выучить вот незрячих людей. Как скажете, Евсеич, вы... Скажите честно, вы...